Всем привет, друзья, добро пожаловать, это Skinwalker Hunt, мы продолжаем играть Чернобыль, и надо найти этого ублюдка, уже добить его. Жизни сколько осталось? Осталась половина хпшки. Сегодня мы отправляемся снова на небольшую экскурсию, мы пойдем с вами посмотрим на некое дерево-мутант, будем его так называть, потому что я до конца не понял, что от меня хотят, но я примерно понял, где это находится. Это находится между озерами. Тут есть два озера, мы там бегали, но я что-то там не видел. Никаких алтарей, я там не видел никаких жертвоприносящих деревьев. Но там есть какая-то хрень, типа, вроде как отсылка может быть к сталкеру, и оно, типа, тебя может убить, если ты к нему подойдешь. Спасибо спойлерастам из комментариев. Ну, что ж поделать. Что ж поделать? Я только что там видел какое-то животное. По-моему, там был олень. Странно, но вроде его уже... А, вон он. Оу, найс, хорошо, хорошо. Твое здоровье медленно восстанавливается. Так, изучив следы или кровь скинвокера, видеть направление в три раза дольше. Давай сделаем, потому что мне надо его убить. Я как бы нацелен... Я не знаю, получится ли за эту серию, но может и получится чудотворным монтажом сделать все как надо. Так. Значит, смотри, нам туда. То есть, получается, если я правильно понимаю, то где-то между... Ой, тут радиация. Да, без маски тут было бы делать нечего просто. Без маски мы тут с тобой не сходили. Пока. А чё так? Подожди, только что же был. Этот навык улучшает вашу способность замечать следы скинвокера с большого расстояния. 50 метров. Не, давай здоровье. Давай, наверное, здоровец. А как так получилось... Что у меня очков стало вдруг больше? Не знаю, магия какая-то, видимо. Так, ладно, пошли посмотрим. Пока что-то он не появляется. И это немножко странно на самом деле, потому что хотелось бы. Так, где-то тут. Но я же бегал здесь. Я в той серии, мы с вами гоняли, смотрели. Чего-то скинвокера там не было. Ой, скинвокера, бля, дерева не было. Ничего такого я там не замечал паранормального. Где-то здесь получается, да? Есть кто живой? Да вроде да. Вроде нормально. Вроде все хорошо. Давай чуть погромче сделаю, потому что появляется когда скинвокер или какая-то ебала. Вот это что ли? Блять, вот это, наверное, слышишь? Ёбаный свет. Я его даже не видел. Я тут ходил, я не видел этого. Это оно, наверное? Но судя по вот этим вот закапелочкам, закорлючкам вот этим... Оно не выглядит как живое что-то. Оно шепчет, слышь? Я иду сюда, оно шепчет что-то. Оу! Так, и что? От духов есть какая-то защита у нас? Это что у нас? Рюкзак. И две аптечки. Да вроде нормально. А, смотри, вот призрак, раз. Вот призрак 2, но это... И там какие-то вещи. По-моему, там... Вот они, что имели в виду под жертвоприношенческим вот этим алтарем. То есть... И там вон тоже дух. А как туда пройти? Там вообще реально как-то добраться? Я, конечно, могу попробовать отойти. Давай проверим, что будет. Меня убьет, если я подойду ближе. Ну, типа духи, да. Сырое мясо. Они сову вальнули, что ли, здесь? Там ботинки чьи-то. Птицы, короче, смотри. Мне кажется, они типа летели, летели, просто умерли здесь, блядь, упали. Туристические ботинки позволяют тебе прыгать с высоты 10 метров без получения урона. Нихуя себе, я возьму, а носки можно? Туристические носки нельзя, чтобы ноги не воняли. Блядь, чья-то нога. Прикинь, я же вроде пробегал здесь. Как так получилось? Чья-то рука. А оно меня не бьет. Может, его ебануть надо? На нахуй! Я понял. Все, сорян, я понял. А что за лужа кровавая? Здесь же не было вроде. Бля, сейчас придет сюда скинвокер наш. Обожаемый. Кожезад или кожедуб, или как это его звать? Кровь, смотри. Я могу зайти в эту кровавую баню, у меня ничего не будет за это. Так. А радиации до этого не было. Если к духу подойти, тебя убьют. Блять!
Да? Да! Тебя убьет! Еще как убьет! Твою мать! Это я проебал сейчас две прокачки, получается, да? Так. Спасибо. А что это за шкала такая вверху стрёмная? Что за бред? У меня какая-то... У меня дух снова горит. Смотри, меня типа убило, но все равно духи горят. А у меня осталась прокачка? Нет, не знаю. Пошли еще раз туда. Короче, смотри, если дерево ударить или выстрелить, то оно тебя типа как бы может откинуть далеко куда-нибудь надолго. А духи тебя просто убивают. Дух сразу тебя отправляет на тот свет. К себе подобно. Ладно. Я понял. Сейчас добежим, посмотрим. Ну, вроде как, один перк мне дали. Типа, я умер, но все равно... Здравствуйте, блядь. Так, максимальной выносливости. Так, нет, давай, давай будем прокачивать, чтобы видеть... Не могу носить больше сырого мяса. Так не надо, жри его, блядь, обмажься им. Может быть, нормально. Что дает дух? У меня вон значок духа висит справа. Может, это глюк какой-то? Так, мне надо сюда. Мне надо сюда. Сейчас посмотрим. Интересно. Оказывается, да? Вроде карта большая, она явно больше, чем была первая-то. Столько всего неизведанного, столько интересного. А мне это нравится. Так, грибочек. Привет, грибок. Хороший гриб. На дороге не валяется. Он там растет. Так что это все в порядке. Где это сраное дерево? С ним что-то надо делать. То есть какой-то квест или какая-то загадка. Может быть, какое-нибудь взаимодействие. Было бы хорошо. Я бы там, конечно, капкан поставил, но я так понимаю, что это вряд ли, да? Сейчас проверим, туристические ботинки засчитало или не засчитало мне. Так, кто-нибудь видит это дерево? Мы, в принципе, здесь. Это же было где-то между озерами. Что, там перемещается, типа? Привет! Блять! Ёбаный хряк! Тихо! Какого хрена? Какого, мать твою, это было? Он, типа, не сильно как бы меня задел. Меня просто свинья дезинформировала. Она потерялась, понимаешь? Я потерялся вместе со свиньей этой. Сукин сын. А вон и дерево. И там как раз возле него бегал скинвокер. Замечательно. По-моему, прекрасно. Отличное начало дня. Я просто думал, что он сюда не придет. А он пришел. Так. Сука, нахер пошел отсюда, бля. Е-бой! Ай, не знаю, попал, нет? Бля, у меня патронов много. Бля, выносливость говно, слышишь? Так, спокойно, подожди, я хочу быстро просто проверить. Я не буду вас трогать, тухи, идите в жопу, бля. Да, ботинки лежат, смотри. Ботинки лежат. Ботинки не засчитываются. Уходим. Уходим из этого одища. Так, тут радиация. Ну, это нормально. Радиация это говно. Это мы с тобой сделаем. Так, он обнаружен где? Он обнаружен у нас где-то в центре был. Но он активно, смотри, активненько сюда наяривает. И где? Какого хера тебе надо, блядь? Так, максимальная выносливость. Изучив следы, вы можете... Вот это мне надо. У меня такая чуйка, смотри, мне еще одно животное убить, еще одно очко получить можно. Вот, что это? Я же здесь был. Вот, мы взяли след его. А он где-то там. Он, скорее всего, идет мне навстречу. Я знаю этого ублюдка. Ха! Не, так это не работает. Я надеюсь, я успею перезарядиться, а пока он там ходит. Не видно его отсюда? Фух, так, выносливость, смотри, можно было бы едой, конечно, пофиксить, но мне нужны врачи. Карета скорой помощи, по идее, как бы меня хилит, и мне нормально потом. Прям выносливость вообще в говно, смотри, больше половины. Я его не вижу. А вот тебя я вижу прекрасно, блядь. Так. Все, это последнее, что я мог прокачать, видимо, да, 30 из 50, ого. Воу-воу-воу-воу, братан, спокойно, спокойно, с волками надо осторожно. Волки здесь, как говорится... Ребята не редкие, поэтому с ними надо осторожно. Я его типа отпугнул же, да, не убил. Что за звук был? Такой пеу-пеу-пеу. Непонятно. Так, поехали.
Он гуляет где-то там. Сейчас мы до него дойдем аккуратно. Я же говорю, радиус увеличился. Куча хороших перков мы с тобой открыли. Что это такое? Что это такое? Куда я вышел-то, блядь? Я вышел, я знаю, где я. Тут патроны для винтовки. И там пацаны где-то нас будут хилить скоро. Хорошо. У меня один файер остался. То есть, если какая-то животина нападет, это будет беда. Он там где-то. Иди нахуй отсюда. Так. Ну что, идем по следам аккуратно. Мне бы похилиться. По-хорошему мне похилиться. Но по-плохому, видишь, он не попадается ни в один из этих тотемов. То есть, если бы он был в тотеме... О, это хорошо. Это хорошо, это замечательно. Вот тотемы нашли. Я хотя про не про этот говорил, я говорил про другой тотем. Ну и хер с ним. Давай, братан. Да-да-да, очень страшно, пиздец. Пиздец, как страшно. Оно приближается. Где? Где ты, разбийник, блядь? Иди сюда. Да покажись. Все, пока приблизится, полжизни пройдет. Ну? Физика, физика. Опа, опа. Все, пропало. Че долго он приближается? Может, он реально на другом конце карты? Да, что-то как-то не густо. Че по выносливости? О, так выносливость прошла. Смотри, я могу бегать нормально. То есть я могу даже не париться. Ну и где ты, блядь? Стой. Опа! Понял. Не дурак. Где ты есть-то? Сука, ну зачем ты в ветви-то убежал ведь, а? Зачем ты побежал сразу в листву? Мне хватит патронов, да? В принципе, нормально. Я думаю, что да. Значит, мы его ранили. И должен он кровоточить. Я должен найти эти кровавые раны. Кровавые раны. А он побежал на дорогу, что ли, получается, да? Плохой звук. Так... Спокойно, все нормально. Главное, что мы с тобой дерево нашли. Можно теперь падать с высот. Это, видимо, рассчитывалось, когда ты залезаешь на дом какой-то тут. Хорошо, хорошо, прекрасно, просто замечательно. Я как раз хотел выйти на эту дорогу, чтобы посмотреть, как там делишки у нашего скинвокера. Где ты, ублюдок, блядь? Он где-то там. Вон он. Опа! Собака немытая. Я же сказал, я тебя убью. Сейчас, подожди. Серия только началась. Сколько мы играем с тобой? 13 минут мы с тобой играем. Присутствие скинвокера обнаружено. Обнаружено в центре, он в деревне там где-то. Ты видел? Я первый раз за столько серий увидел, как он именно ходит просто, понимаешь? Вот рандомно. Вот там где-то ходит, что-то делает. Обычно он невидимый сразу нападает. Так. А медвежья ловушка изготовлена. Я ее прямо здесь и поставлю, что буду париться-то? Бля, я просрал флайер! Сука, дегрот, а? Ну как можно? Я просто F нажал, там надо... F это флайера эти сраные. Хер его знает, где теперь его искать. Ладно. Тут на самом деле есть еще локация, где мы с тобой не были. И, по-моему, она называется радиовышка. И находится она где-то вот как раз там слева. Сейчас пойдем еще разочек в него бахнем. Он идет ко мне, да? Его не видно отсюда. Черт, ублюдок, а? Взял, пропал. Так, чернобыльские грибочки мы с тобой не едим, да? Не надо. Зачем? Зачем нам лишние с тобой проблемы? Нам не нужно становиться вторым скинвокером, потому что я так понимаю, что он мог нажраться этого. Ты представляешь? С другой стороны, он был в Америке, а потом он оказался здесь. Чернобыль. Это ж сколько надо было ему проехать, пролететь, блядь? Не знаю. Так, сохраниться бы хорошо. Ну, велосипед, да, бывает. Ладно. Такая сильная радиация от велика. О, сохраняемся. Так, радиовышка, да? Давай посмотрим. У меня есть карта, просто я открыл. Радиовышка наверху слева. Ну, карта есть и здесь. Карта есть в сообществе, если что. Тоже. Можно посмотреть. Так.
Но, я не знаю, мы как-то привыкли все без всяких карт, без всякого вот этого проходить. Но раз люди уже наспойлерили, то, как говорится, раз ты уже знаешь, то ты уже не покажешь. Как будто ты это никогда не видел, понимаешь? То есть, вот. Вот поэтому я практически комменты не читаю. Когда вот пишут вот такие вот огромные, блядь, мануалы, как тебе надо жить, как тебе надо играть, что тебе надо делать. То есть, кругом одни учителя, эксперты и знатоки. Так что вот так вот. Хорошо. Давай попробуем пробежаться. Судя по карте, это находится там, где мы были у дерева, только надо еще выше. Туда вот, в центр бежать. Пока ждем. Скинвокер появится, не появится, хер его знает. Как думаешь, это нормально или нет? Но над ней что-то летает, понимаешь? Так, готовимся. Готовимся, если что, сразу гаситься будем. Бля, это он, наверное. Я не помню, а как мы ту собаку вычислили? Помнишь, которая была фейковая? Хули ты замолчала? Лай, дальше, чё ты молчишь? Она ждет, чтобы я подошел, и она сейчас лает. О, это настоящее! Бля, ну, собака, я же шел в другую сторону, ну какого хрена? Ладно, хорошо, давай. Вроде я уставать особо не должен теперь. Блин, это... я мог ее убить, понимаешь? Я мог сейчас случайно убить... Вон радиовышка! Кстати, куда я хотел прийти? Куда я свой путь-то держал сегодня? И она, походу, туда и бежит. Нормально. А собаки плевать на радиацию, да? То есть на них не действует, что ли? Как это просто можно объяснить? Не, выносливость такие заканчивается. Но не так быстро, как раньше. А вон там лаяла... Блять! Сука! Ах ты! Попал? Нет, нет, не попал. Два выстрела проебано. Ну ладно, не страшно. У него жизни буквально раза на четыре, наверное, выстрелить. Спасибо, пёсель. Жалко, тут нельзя погладить собаку. Вот реально, вот во многих игрушках, там, в Far Cry и прочих, можно собаку погладить. Просто так. Или по какому-то поводу. Кстати, вот вышка, да? Судя по всему, да. Может быть, там есть патроны или что-то полезное? Просто вышка. А там что? А там что-то упало, смотри. Мы туда не ходили. Еда. Тут радиация, он достает еду, блядь. Ну это пиздец, конечно. Я бы такой есть точно не стал. Она же радиоактивная, тут же радиация охрененная. Ты что, фонарел, что ли, пес, блядь? На нахер, вот это хорошо. Чувствую, что в скором времени мы его точно прибьем. Такими темпами он быстро отойдет у нас мир иной. Не знаю, куда он там переместится. Может, его типа вызывает все время. Поэтому такая хурма. Но патриков нам вроде хват... Я видел, что-то блестело. Я еще хотел посмотреть в прицел. А это ты, оказывается... Блядь! Уйди нахуй отсюда. У меня нет флайеров. Я не могу его ничего сделать. А что там их двое-то было-то? Что, волки по одному не гуляют уже, да? Уже полдвое? Так, он у меня здесь. Нет, он не у меня. Он бежал. Тут тоже радиация. Но тут что-то может лежать. Да вроде нормально. Вроде нормалек. Жить можно. Я мог бы... О, как меня заштормило. Смотри, здесь столб как бы обвалился. На него можно запрыгнуть. Давай, прыгай. Понимаешь, а толку от этой радиовышки? Ну, радиовышка и радиовышка. Может быть, лут просто рандомный, понимаешь? И поэтому... О, как ты перепрыгнул-то? Запрыгни, блядь, на вышку, идиот. Ты издеваешься, что ли? О. Нам насрать на радиацию, правда? Ух, отсюда хорошо будет стрелять. Сейчас я залезу, и он меня убьет. Все идеально, я готов ждать скинвокера. Если он придет... А, это волки, думал, это тело человеческое. Но люди тут были. Людей мы с тобой уже видели. Ну, давай осматриваться. Что есть, чего нет.
По-моему, не тишина, а просто гробовая. Музыка фоновая появилась. Чуть я не помню. Может, я не обращал внимания раньше? Но музончик есть. Так, здесь ничего нет. Притом, прикол весь в том, что радиация именно здесь, а там наверху ее нет. Хотя, типа же, металл как бы облученный весь. Ладно, хер с тобой, пошли отсюда. Что еще интересного может быть в этой части? Кто там хрюкнул? Понятно. Знаешь, чего не было у нас еще? У нас с тобой не было призраков. Че за звуки? Что это такое? Почему такой звук? Я вижу, что тут знак вопроса. Это следы просто. А почему так музыка поменялась? Он там далеко. Может, я реально призрака нашел? Да он хер, он... В жопе мира где-то. Это не просто так. Здесь наверняка что-то есть. Да я понял. То он там, то он здесь. Ну не знаю, что это такое валяется. Это бревна, по-моему, да? Это просто бревна. Блин, нагнетает, конечно, здесь быть. Ой, в таком месте найти призрака, мне кажется, будет сложновато. Он же полупрозрачный, понимаешь? Да, музыка поменялась, но может это просто фоновый эмбиент? Это же не значит, что мы обязательно что-то здесь должны найти. Но я здесь не был. Прямо вот здесь, вот под углом, мы тут не гуляли еще. Так. Блять! В смысле? Какого хера ты вообще здесь взялся? На нахуй! Тебе жизнь малины, блядь, не казалась. Я не понял, свинья! Алло! Как хорошо, что я нашел маску. Вон она. Нет! Подожди, а может там реально призрак где-то есть? Не, ну в радиации он вряд ли будет тусить, правильно? Хотим ему плевать уже, он же как бы не человек. То есть это как бы оболочка только осталась. И все. Так, все, свалю. Мне не... Я тут напряженно очень. Я здесь хожу чисто напряги, понимаешь? Не пошутить, ничего сказать. Просто, знаешь, язык, как говорится, проглатывается. Все. Так, где ты? Ты опять далеко. Ты опять далеко. Надо выйти уже на дорогу какую-нибудь. Вот овраги какие-то непонятные. И самое интересное, что нет ни одной пещеры. То есть была бы пещера, я бы еще понял. Сколько у него осталось? Да у него фигня там осталась. У меня 75 хп, давай я подхилюсь. О, чувствуешь себя заново родившимся человеком. Замечательно. Собака? Но он там, он был в другом конце. Вряд ли это собака. Он, хотя хер его знает, вон собакен. Наебало вам попахивает. Не, нормально. Я уже как-то, знаешь, уже так, немножко с параноидальной шизой смотрю на это все. Так, песель, погнали. Притом, понимаешь, на собаку он не нападает. То есть он на животных, по идее, как бы должен, да? Потому что Рейк вроде ел там свиней, кабанов этих всех, оленей. Бигфут тоже. И, скорее всего, этот тоже должен был. Ух, нихера нам бежать. Слышь, собакен, нам бежать в другой конец карты, алло. Не, я все понимаю, конечно, но это же далековато будет. Либо он умеет телепортироваться. Если он умеет телепортироваться, тогда все понятно. Тогда вопросов нет, говно вопрос. Блин, жалко, хоть собаке, хоть косточку какую-нибудь дал. Там вон, я помню, возле дерева с жертвоприношением, там были конечности человеческие, пожалуйста. Блять, по-моему, свинья за мной еще увязалась. Ну кого хуя свинья за мной бежит? Минус хряк. Так. Где? О, мы... он тут. Он тут, он тут, он тут. Он где-то здесь. Только, пожалуйста, не в кустах, я тебя прошу. Я в кустах там.
Бля! Какой шашки, блядь! Дурак, нахуй! Куда он побежал? В какую сторону? Бля, ему один выстрел остался. Один выстрел остался, понимаешь? По-моему, если я сюда... Я думал, он сюда пошел. А он пошел сюда, вот, скорее всего, побежал. Так. Да уйди ты нахер! Свинья, блядь. Вот ударил и убежал, понимаешь? Ну что за крыса, я не понимаю, это свинья. Ну, мой друг, где ты? Остался, как говорится, пошли подлечимся, наверное, да? Остался последний выстрел. Надо бы за... Опа! Америка, блядь, Европа. Да! Есть. Все, охота в Чернобыле закончена. Скинвокер был побежден, он горит, смотри. Пылает. У него сгорело, у меня сгорело, у всех сгорело, походу. Я надеюсь, что мне больше не придется сталкиваться с настолько ужасным существом, но почему-то я в этом сомневаюсь. Понятное дело, что должна быть какая-то новая карта. Наверное, потом. Да? Дополнительные локации находятся в разработке. Вот тяжелая, легкая, нормальная. Видишь, мы на нормале прошли. Ну все. Закончили мы сегодня с охотой на скинвокера. Будем ждать новые карты, будем ждать новые дополнения. Ну а надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на канал. С вами был Брейн. Всего хорошего. Пока-пока.